Кандидат от ЛДПР на пост столичного мэра Михаил Дегтярев совместно с лидером партии Владимиром Жириновским сегодня посетили культурно-спортивный комплекс в Мариной Роще. Дегтярев намерен не только личным примером пропагандировать среди москвичей здоровый образ жизни. Развитие спортивной инфраструктуры в столице – неотъемлемая часть его предвыборной программы. В случае избрания мэром политик намерен сделать все детские спортивные секции бесплатными и максимально доступными. Особое внимание для лиц с ограниченными возможностями. У нас в Москве миллион инвалидов, они не могут выйти из дома. То же самое касается и детей. Они хотят заниматься, но негде. Нет соответствующего снаряжения, нет инфраструктуры. Поэтому все это будем делать и делаем уже сегодня.